Всем привет! С вами новый выпуск молодежной телепередачи «Поколение Z». И его ведущие Илья и Диана. Наступило долгожданное время – каникулы. Отзвенели последние звонки для выпускников. Правда, в этом году данные мероприятия проходили онлайн. Илья, ты ведь тоже выпускник. Что ты думаешь насчет проведения такого праздника? Я думаю, что мы уникальное поколение выпускников, ведь до этого еще ни один год последний звонок не проводился в таком формате. Впрочем, сейчас ты сама все поймешь. Наш корреспондент Алина Кадатенко подробно об этом расскажет. Смотрим! Последний звонок – это самое долгожданное мероприятие каждого 11-классника. Но в связи с ситуацией, которая сложилась в мире, в этом году последний звонок будет проходить дистанционно. Даже несмотря на то, что последний звонок у 11-классников будет проходить дистанционно, подготовка к нему идет полным ходом. «28 мая прогремел мой последний школьный звонок. И прямо сейчас я хочу поделиться с вами тем, как это проходило. Внимание! Для открытия торжественной линейки мы приглашаем выпускников». Вот и все. Закончилась наша беззаботная школьная пора. Впереди экзамены. Дистанционный последний звонок – это ново для совершенно каждого человека. Поэтому давайте же узнаем, что думают, чувствуют нынешние выпускники о таком формате проведения последнего звонка. Да, у меня сейчас прошел последний звонок в Zoom. Мне, конечно, жаль, что это все не произошло в реальности, но в целом все было просто круто, потому что ребята, которые организовали весь этот последний звонок, молодцы. Они создали ту атмосферу, которую хотелось бы видеть, но все же мне хотелось обнять своих одноклассников и сказать спасибо своим учителям. У меня сегодня тоже прозвенел последний звонок, и чувствуется некая грусть, потому что это все прошло в немножко не том формате, каком я предполагала. Очень хотелось увидеть своих одноклассников, вместе встретиться, поплакать, порадоваться тому, что наконец-то у нас закончился важный этап нашей жизни, это школьный этап. Но все же я рада, то, что хотя бы так наша школьная пора закончилась, даже несмотря на ситуацию в мире и на коронавирус, мы смогли отпраздновать наш последний звонок. Сегодня у нас прошел последний звонок в Zoom. Ну, наверное, как и все, мы ожидали совершенно другой последний звонок в своей родной школе, со своими учителями, со своими одноклассниками. Они вот так на расстоянии видят друг друга через телефон или компьютер. Надеюсь, что больше ни у кого не будет такого последнего звонка. На этом все. Кадатенко Алина для телепередачи «Поколение Z». А это весело. Умейте же вы развлекаться в любых условиях. Главное — сохранять хорошее настроение, и тогда самоизоляция перестанет быть помехой и станет выступать в роли помощника. Подожди, а как же фотографии? Столько классных снимков пропадет. Не переживай, и на эту проблему у меня есть для тебя ответ. Наш корреспондент Аделя Минигалиева расскажет, как сделать дома крутую фотостудию. Я Аделя Минигалиева, и это вторая часть фотографий в домашних условиях. Сегодня я тебе расскажу, как с помощью вещей, которые у тебя есть по-любому дома, сделать твои фотографии намного красивее и оригинальнее. Нам понадобится терка, белый лист бумаги, туалетная втулка и телефон, на котором мы будем фотографировать. Мы делаем вот такую вот конструкцию, и на нашей стене появляются красивые тени. И тут мы начинаем позировать, при этом меняя положение теней. А вот и результат. А дальше с помощью бумаги и вот такого вот ракурса мы делаем наши фотографии. Наложив фильтр, у нас получается вот такой результат. Далее мы делаем похожую конструкцию, но только с втулкой. Далее идет процесс и сам результат. А с вами была Минигалиева Аделя для телепередачи «Поколение Z». До свидания. С такой
никакой фотостудии, можно не выходить из дома. Не пропусти следующий выпуск, ведь в нем Аделя расскажет, как найти в нашем городе крутые и стильные места для фотосета. Классно! Теперь я смогу сделать стильные фотографии для своего аккаунта в соцсетях. Ох уж эти брюнетки слишком быстро принимают решения. Почему сразу брюнетки, а блондинки разве нет? Нет, блондинки дольше думают. Вот как? И кто же умнее? А вот этого я тебе не скажу. Доверю этот вопрос Алене Струминской. В своем сюжете она разбирается, кто же все-таки умнее, брюнетки или блондинки. Смотрим. 28 мая был Международный день брюнеток, а уже через несколько дней, 31 мая, блондинки по всему миру отмечали свой праздник. Споры о том, кто же умнее, блондинки или брюнетки, идут уже много лет. И сегодня мы с вами расставим все точки над «и» и узнаем, влияет ли цвет волос на ваш ум. Мы задали несколько вопросов из школьной программы брюнеткам и блондинкам нашего города. Сколько океанов на планете? 3. 7. Единица измерения силы тока. На физике же проходили? Сила тока. Не знаю. Угу. Ампер. Какой элемент периодической системы Менделеева обозначается аргентом? Аргентом? Серебро. 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 Самая длинная река мира? Нил. Амазонка. Сколько хромосом у здорового человека? 46. 32? 46 вроде нет. Почему времена года сменяют друг друга? Ну, планета крутится, и это зависит от Солнца. Ну, цикл меняется, поэтому сменяются времена года. Потому что Земля вращается вокруг Солнца. Жанр произведения Евгения Онегина Пушкина. Роман. Драма. На вопрос, влияет ли цвет волос на ваш ум, ответ однозначный – нет. Помните, что все мы разные, и каждый из нас по-своему уникален. Алена Струминская, специально для телепередачи «Поколение Z». Надеюсь, Илья понял, кто умнее, а точнее, что ум не зависит от цвета волос. Илья, проснись, мы в эфире. Да, просто я жутко голоден. И хочу приготовить себе что-то, чтобы это было быстро – и вкусно, но не могу. Кажется, я знаю, кто тебе сможет помочь. Сейчас Даниил Зубарев расскажет и покажет, как сделать пиццу за 5 минут. Доброго времени суток, дорогие друзья и случайные зрители телепередачи «Поколение Z». В эфире рубрика «Z-еда». Сегодня мы будем готовить пиццу за 5 минут. Для приготовления пиццы нам понадобится 2 помидора, 2 пшеничные лепешки, колбаса, майонез, кетчуп, 150 граммов натертого сыра. На предварительно разогретую сковородку добавляем одну лепешку. Посыпаем ее сыром. Далее накрываем ее второй лепешкой. Смазываем кетчупом и майонезом. Смазываем ее тщательным майонезом. После того, как смазали кетчупом и майонезом, добавляем колбаску. Вот так красиво мы выложили колбасу, далее посыпаем все помидором. Далее все обильно посыпаем сыром. Насчет ингредиентов можно добавлять все, что есть в холодильнике. После того, как посыпали пиццу сыром, закрываем ее крышкой на 5 минут. Пицца будет готова после того, как сыр расплавится. 5 минут прошло, сыр расплавился, и вот такая красивая пицца у меня получилась. Сейчас я попробую пиццу. Сегодня в роли независимого эксперта я сам. Пицца получилась очень вкусной. Приятного аппетита вам и вашим близким. Специальная телепередача «Поколение Z». Корреспондент Даниил Зубарев. До новых встреч! Так аппетитно! Обязательно сделаю после эфира. Согласна. Теперь захотелось сходить в кафе или ресторан. Не переживай. Как самоизоляция закончится, обязательно сходишь. Я по-другому вкрущу. Мне нечего надеть. Ой, мне эти женские проблемы никогда не были понятны. Но я знаю, как тебе помочь. Наш корреспондент Анастасия Касаткина расскажет, как подобрать подходящую одежду. Всем привет, с вами Настя. У тебя много планов на это лето?
Ты хотел сходить в кино на премьеру нового фильма, на концерт любимого исполнителя или сходить в театр с семьей, но не знаешь, что тебе надеть. Тогда внимательно слушай меня, я тебе расскажу о культуре одежды. В театр идеально подойдет любая юбка с кофтой или платье. Также классическая юбка с блузой или штанами. Мужчины же просто надевают классический костюм. Если в кино ты идешь с друзьями или с семьей, то можно просто надеть джинсы с любой футболкой, худи или толстовкой. Но если ты идешь на свидание или на важную встречу, то советую надеть юбку с футболкой или блузой. Мужчинам советую надеть джинсы с любым свитером, толстовкой или худи. На концерт нужно выбирать удобную для вас одежду, которая не будет мешать вам двигаться. Советую одеть спортивный костюм, либо джинсы с худи или свитшотом. Главное, чтобы вам было удобно и не жарко на концерте. А еще будет очень круто, если у вас есть мерч исполнителя или одежда, связанная с направлением музыки. На этом все. Теперь ты знаешь, как нужно одеваться в театр, в кино и на концерт. Надеюсь, что мои советы действительно тебе помогут. А с вами была Касаткина Настя специально для поколения Z. Все, как только карантин закончится, я пойду покорять все общественные заведения. В таком случае я присоединяюсь. Уметь подбирать себе стильную одежду – это, конечно, очень круто, но лично я предпочитаю делать различные химические эксперименты. Тогда у меня есть для тебя сюжет. Алена Струминская подготовила видео Z-эксперименты. Смотрим. В школе нам всем нравились опыты, которые мы проводили на уроках химии. Поэтому сегодня в рубрике Z-эксперимент мы с вами проведем такой интересный химический опыт в домашних условиях. Нам понадобится пластиковая бутылка, жидкое мыло или средство для мытья посуды, 3% перекись водорода и защитные перчатки, стакан теплой воды, глубокая тарелка и сухие дрожжи. Перед началом опыта обязательно застелите рабочую поверхность и наденьте защитные перчатки. Сначала насыпаем в глубокую миску 1 столовую ложку сухих дрожжей. После добавляем 2 столовые ложки теплой воды. Тщательно перемешиваем. В пластиковую бутылку наливаем примерно 150 мл 3% перекиси водорода. Будьте очень аккуратны и ни в коем случае не допускайте попадания перекиси на вашу кожу. Теперь добавляем 1 столовую ложку средства для мытья посуды и взбалтываем бутылку. Наливаем дрожжи в бутылку и сразу отходим. Мы с вами наблюдаем за тем, как перекись водорода распадается на кислород и воду. Дрожжи, как катализатор, ускоряют эту реакцию. Мыло тоже вносит свой вклад, умножая количество пузырьков. Повторяйте этот опыт дома, обязательно соблюдая все правила безопасности. И интересно проводите время вместе с нами. Алена Струминская, специально для телепередачи «Поколение Z». На этом наш выпуск подошел к концу. Если ты школьник, ты харизматичен и хочешь быть на телеэкранах Нижнекамска, то смело пиши по номеру WhatsApp. Также хотим отблагодарить наших партнеров, телекомпанию НТР и Министерство по делам молодежи Республики Татарстан. А в следующем выпуске вы узнаете. Иностранный язык легко. Научимся говорить простые предложения на французском. Домашний уют. Делаем практичную лава-лампу в домашних условиях. Это и многое другое вы увидите на следующей неделе в новом выпуске телепередачи «Поколение Z». До следующей недели. Пока-пока!